Ребята, добрый день. Сегодня дождь, целый день обещают. Поэтому, когда дождь, невозможно пойти ни на пляж, ни покупаться, ни поплавать, ни позагорать. Мы, когда дождь, идем в ресторан. Заказали столик в наш любимый ресторан. И пойдем пообедаем. А потом, если получится, муж с сыном пойдут в другое место, я возьму машину и поеду, покажу вам патримониальный сит, где ЮНЕСКО, где находится, раньше находились трибю сельт, и там находятся огромные глыбы, больше 3 километра, больше 4 километра, простите, где-то, я не знаю, сколько там, 1000 с чем-то глыб. И вот все это было создано раньше пирамид египетских. Настолько интересно. Я обязательно сегодня хотела бы попасть, показать. Это очень известный европейский сайт после английских глыб, которые мы все знаем. Рестораны полны. Люди отдыхают. Но сегодня, видите, погодка. Погодка сегодня не очень. Поэтому невозможно будет на пляже плавать и загорать. Мы в нашем любимом ресторанчике пришли пообедать. Девчонки, я пью за вас этот бокал шардоне, за ваше здоровье, благополучие, за вашу красоту и ум. Желаю всем большого здоровья и счастья вашим и вашим близким. Ля муль. Это энтре ля муль. Очень вкусно. Все знают ля муль, а, Арнольд? Ля муль. Это не заказаны уже. И будут кушать талашки. Ну, маленькие же. Спасибо.